Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Неожиданные противники. В предыдущей серии Джансон и его команда отправились в урановую шахту города Майни, чтобы найти нового Скричера. Однако прихвостни Абадона не только захватили шахту, но и успели первыми забрать ядерного Скричера. Ксандер и его друзья нашли только девочку Ланда. Узнав о случившемся, они решили помочь, но попали в ловушку, расставленную Майни. Друзья оказались в ловушке из теневых гигантов, и любые попытки выбраться из нее были безуспешны. В итоге Ланда и Лотус Перрет вмешались в батл и помогли друзьям выбраться. А Манни и Раф снова сбежали. Доктор, ну что, как там успехи со Скричеркаром? Все просто отлично! Осталось только полностью разобрать его на части. Доктор Холмс, ты не ошибся с Скричером? Прости меня, Айрон Эйп! Не бойся, дружочек, иди-ка сюда. Ксандер, я точно так же боялся идти делать прививку. Ринго, не стыдно тебе такое про себя рассказывать? Так, сюда, давай. Ящик, берегись! О, друг ты мой, каким ты оказался трусишкой? Ну ладно, так и быть, даю тебе полдня, чтобы морально подготовиться. Яши, а зачем тебе столько картона? Я просто хочу его выбросить. Выбросить? Зачем ты так? Ведь я мог бы сделать из него настоящее сокровище. Вуаля! Ну как тебе, Яши? Можно не покупать мебель и хорошо сэкономить. Класс! Я прогулялся по базе и собрал для тебя еще немного картона. Спасибо, Лотус Перрет теперь в порядке. Лотус Перрет еще не совсем оправилась. Дай ей немного отдохнуть. Спасибо за вашу заботу. Лотус Перрет не слишком хороша в батлах, но обладает мощной ядерной энергией. В ней слишком мощная сила, и Лотус Перрет не может сама ее контролировать. Ланда, если нет необходимости, не используй суперудар. Мы с тобой, Лотус Перрет, а удар не используй. Правильно говоришь. Угу. Спасибо, ребята. Новый сигнал. Откуда же на этот раз?
Это свалка на задворках Бейт-Сити. Она загрязняет и землю, и воздух. Наш новый Скричер может быть там. Ты прав. Собирайтесь. Найдем нового Скричера. Да! Не могу понять, чего добивается лорд Абаддон? Босс, а что ж ты его не спросил, когда он был рядом? Да ты посмотри на него, у него кишка тонка. Неправда, лорд Абаддон был слишком занят, и я не стал его отвлекать. Не оправдывайся, лучше займемся делом. А куда спешить? И вообще, разве этот парень просил, чтобы мы ему помогали? Уже закат? Небо вдруг потемнело. Ринго, это не закат. А? Рядом с Бейт-Сити воздух плотный от дыма. Плохая видимость. Лететь дальше нельзя. Придется сесть здесь. Угу. Еще не дошли до свалки, а тебе уже плохо. Кошмарное местечко. Сильное загрязнение воздуха и почвы. При сжигании мусора на открытом полигоне выделяется черный дым, в составе которого более 20 химикатов, вредных для здоровья человека. А что мы можем сделать с мусором? Свалить в кучу и оставить? Длительное хранение мусора ведет к сильному закислению и эрозии почвы. Гибнут животные и растения. Сколько же вреда от этого мусора? Вот поэтому его так важно правильно перерабатывать. На трубах мусоросжигательного завода должны стоять фильтры для очистки воздуха. Надо срочно разведать. Тут что-то не так. Дым! Труба! А? Печь разрушена! Это Раф и его приспешники! А? Приветствую. Что случилось? А вон там, в том лесу, механические монстры. Убегайте скорее! Эй! А поподробнее можно? Оставь его. Не иначе, это темная армия. Эрсквейк Мамонт, разберемся. Джансон, я иду с тобой. Не надо. Толпу скорее заметят. Лучше придумайте, как очистить воздух и разыщите Скричера. Правильно, Ксандер. Пора найти нашего нового напарника. Не беспокойтесь, ребята. Мы скоро вернемся. Мы выполним задание. Когда закончите, встретимся с вами на корабле. Хорошо! Джента, ты чего застыл столбом? Скажите, вы тоже это чувствуете? Джента, не забывай, что ты уже не в лесу. Мне тоже кажется, что-то не так. Кто это? Смотри на эти следы. Они ведут в чащу леса. Вот туда мы и отправимся. Гиганты. Что они делают? Не знаю, но узнать это нужно.
Наконец-то. Вы так называемые защитники, да? Ты кто такой? Я тот, кто уже очень давно мечтает о крутом батле с вами. А? Значит, это его рук дело! Арморд Страйкер, тобой управляет Абадон! Ну, нападайте вместе! Не задавайся! Я и один тебя одолею! Скричер Трансформация! Урод Трансформация! В чем дело? Слишком силен! Яши, ты защищай тех, кто не может сражаться, а я покажу ему батл. Да. Будь осторожен, Арло! Арло, он слишком силен. Я помогу тебе. Сам справлюсь. Такому противнику я не проиграю. Скричер Трансформация! Урод Трансформация! Очень хорошо для меня. О, нет! Слабак. Что, закончился запал? Лайтнинг Райна! Скричер Трансформация! Урод Трансформация! Айфер! Эйнстайн Игл! Лайтнинг Игл! О, мне это нравится. А? Прости, Арло, но сейчас не время хвастаться. Сражаться вместе. Это мне нравится гораздо больше. Давайте, мы все получим удовольствие от батла. Вперед, взять их! Эйстрайк Игл, Лайтнинг Игл, действуйте сообща. Он готов! Надо же, какими они стали сильными! Сентра, мы пришли помочь! Будете лезть, оба получите от меня. Увидеть Шола большая честь, вы везунчики. Шола! У него два напарника! А? Осторожнее! Еще больше батлов! Хочу вас всех победить! Скричер Трансформация!
Арбат Страйкер! Объединение! А? Да ладно! Он трансформировался? Осторожно! Враг опасен! Идея! Объединяемся со Скричеркаром! Используем суперудар! Вперед, Скричеркар! Лайтнинг Игл! Объединение! Так наивно. Ты в порядке, приятель? Какой наглый этот динозавр! Я не дам тебе обижать моих друзей! Получи! Электрический разряд! Эй, воробушек, я тут! Откуда? Разбитые мечты! Как так вышло? Не бойся, братик, я с тобой! Давайте, давайте! Напарник! Не бойтесь, ребята, я вам помогу! Не спеши, Ланда, я помогу. Ты поможешь. А? Что, уже выдохлись? Сам Блейстак, я на тебя рассчитываю. Скричер трансформация! Кувырок трансформация! Сам Блейстак! Да! Нападайте все вместе! Что, это все, что вы можете? Эй, ты куда? Куда собрался? А ну вернись! Дружок, ты как? Извини. Мне неинтересно продолжать этот баттл. Закончите его сами. Пользоваться чужой слабостью некрасиво. Но и я не добренький парень. Скричер трансформация! Мы убрали теневых гигантов из леса. Джансен! О, Джансен! Ты как раз вовремя! Джансен, ты... Ты застал нас врасплох! Надо предупреждать! О, вообще-то обойдешься. Ты... Эй, Раф, придумай что-нибудь! Быстро! А? В такой ситуации надо спасаться бегством! Вот же болван! Ты... Ты еще ответишь! Да. Доктор, как там Скричеркар? Он сломан. Я не смогу его починить. Прости, что не защитил Скричеркар. Ксандер, ты не виноват. Это все из-за того динозавра. Все так. Ксандер, ты сделал, что мог. Ну да, я слабее всех противников. Братик, не переживай. Вместе мы что-нибудь придумаем. Я буду тренироваться больше, чем раньше. И мы защитим наших Скричеров. Надо же, Ринго повзрослел! Так и есть! Я повзрослел! И теперь я буду сам всех защищать! Нет, опять он выпендривается! Доктор Холмс, а ты случайно не знаешь, откуда был динозавр?
Я не успел сказать об этом в бою, но этого динозавра я сделал своими руками. Что? Может быть, вы и не помните, как я сделал из энергетического диска Скричер Кар. Я объединил его с окаменелым спинозавром. Выглядел он как спинозавр, а его силы значительно изменились. За малый размер я назвал его мини-скричер. Почему тогда не превратить наш Скричер Кар в динозавра? Я пытался это сделать, но попытки не приносили результатов до этого утра. А, так вот что ты имел в виду, когда говорил об успехах. Ты угадал. Обещаю, скоро этот Скричер Кар предстанет перед вами в обновленном виде. Мы пришли к цели, Джансен. Что же будет дальше? Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Ганджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.